Это целых две голды. Две. Или, подождите, или это счетчик цикла? Не, это вот показатель близости должен быть. Все. И это должно быть кайф. А что это, типа, у меня выполнено было? Лол, что? Ладно. Ой, выполнено, закрыто. Чё закрыто? Неисправное оружие. Основное оружие купола было уничтожено. Так что вам придется искать другие способы выживания. Ресурсы на этой планете встречаются редко и удалены друг от друга. Однако каменная порода здесь очень хрупкая. Ой, вот это прикольно. Давайте попробуем для начала неисправное оружие. Дронами можно неисправное оружие, потому что я не атакующий в том числе. Так, получается, мне не важно, что я выбираю, да? Ну, давайте глянем дронов, неисправное оружие, челлендж, го, попробуем. Получается, купол вообще не важно, какой брать, да? Адоб? А, я доб забыл, да? Так, это как раз-таки дроны. Фабрика дронов. Дополнительный дрон для транспортировки ресурсов. Боевые дроны. Разворачивать строй боевых дронов. Для защиты от ближайших монстров. Время появления всего 5 секунд. Дополнительные боевые дроны. Ладно, пробуем. Ну вот этот отнеси. Он так медленно несет. Можно рестартануть? Ну, вообще можно, да. Че, без допника звучит грустно, да. А там два допа целых дают на неисправном оружии. Нифига себе. Может быть, черви и оглушающий лазер? Блин, вообще молоты очень сильные. Мне кажется, молоты супер топ. Лазер и пушку. А у меня как пушки здесь нету. Можно лазер и молоты. Червей, ну, не обязательно, наверное. Молоты вообще прям жесткие. Они очень жесткие. А, и все, а лазер мне не дают взять с молотом. Значит, придется брать червей или что-то такое. А если я возьму лазер, то мне не дают молоты взять. Да, да. Но молоты сильнее, чем лазер. Однозначно сильнее. Давайте червей опять. Типа, все остальное говно. Ну, преобразователи ресурсов неплох, но... Молот и шпиль... Насчет шпиля не уверен, хотя... Мне кажется, если червей взять, норм должно быть. Может быть, шпиль еще найдем, а черви это доп. Ресурсы. Опять же. Плюс черви, плюс дроны, это вообще жесть. Это типа супер-гига круто. Как они будут копать, да? Удобно. Это же без основы, да я понимаю, но мы найдем шпиль еще, чё. Так, мне срочно нужно раз, два, три. Станция с дронами топ, чтобы не лететь наверх. Какая станция? Которая боевая, которая в этот... Нет, вон, подними чё-нибудь. Блин, дрон офигел и не понял, что происходит. Почему мой хозяин такой тупой? Капсула управления, но... но зачем? Если здесь ты не можешь самостоятельно управлять... О, ты лучше вот эту вот копну, да?
Давай. Так, а боевых дронов тоже надо еще и качнуть. Их просто так нету, что ли? Подпитывает фабрику дронов водой. А, ну понятно, их надо на 5 секунд включать, так же как и... Ясно. Ну, пока что, видимо, молотом отбиваемся. А, я не попал по монстру, потому что он был в этом... Кажется, без боевых дронов я помру, да? Кажется, по этой штуке урона нету. Ладно, тут рестарт. Ну... Блин, он принес! Он принес, тут не рестарт! А, я не могу их юзнуть почему-то. Сейчас он же осилишь. Ну, у меня времени столько, скорее всего, не будет прям все пройти. Steam в РФ с киви еще можно бабки выводить, положить. Так киви вроде как... все, нет? Киви умерла. Нет, из киви точно нельзя положить. Так, ну пойдет. Первый грейд очень хороший. Урон появляется 25, да? Ну попробуем, попробуем. Если не пользуешься год, тебя все деньги своруют себе. Так это не они охренели, ты не путай. Это ЦБ их отменил. Как бы. Что-то одинаковый забег интересный получился. Не-не, давай, работай, дрон. Там дело не в киви. Что отменил? Лицензию отменил. И тем самым киви больше не стало. То и отменил. Че, успею я еще этого закинуть? Жучка. Почему тогда я могу зайти на свой ак? Ну, ты можешь зайти, но дело же не в этом. Так, боевые дроны. Насколько я помню... Ну, я вообще не стал разбираться, у меня там 2000 рублей лежало просто на киви. Поэтому я не знаю, как там у них ситуация после отмены лицензии, но, насколько я понимаю, все ужасно. Все, типа, очень плохо. А это что за тентакль? А, или это и есть боевые дроны, лол. Понял. Да, это они и есть. Блин, это было быстро и круто. Ладно, хорошо, кайф. Все выкопано. О, сюда сейчас этих нахерачить. Жучков, только их бы улучшить до этого, да? Обязательно. Стример, тебя троллят. Ты о чем? Через киви деньги часто крали из-за анонимных кошельков. Да нет, киви просто использовалась для разных этих. Костюмный бластер, блин, ну мне это не надо. Двусторонний телепортер. Слушайте, вот это как будто сейчас нормально будет. Так, мне вообще нужны доп-дроны, видимо, да? Так. Во-первых, мне нужно, чтобы... А, воды нет. Воды нет. Ну тогда хотя бы один дополнительный дрон, чтобы копать начал. И хотя бы немножко своей скорости. Да, жуков улучшить было бы хорошо, но сейчас не получится.
Застава казино. Ну, я говорю, там Киви, в принципе, использовался как этот. Из-за все, ради всяких нелегальных активностей, я так понимаю, деньги в них. Выводили отсюда и... И отмена Центробанком. Я, получается, могу ничего вообще не ждать, они его просто убьют спокойно. Да капец, дроны, имба, что это вообще такое? А вот и вода для большего количества железа, да? Челлендж без оружия? Да, это он. Прикол в том, что у меня все еще грузоподъемность 1, то есть я по 3 наш. Вы эти медлительные, не такие эффективные. Ну, так начало в игре всегда самое сложное. Поэтому... Очевидно, что это лучший способ. Так, сейчас мы улучшаем жучков. Снижение скорости при перевозке. Легкий портал. А, ну. Перенос портала замедлит вас лишь немного. Ага, да. Давай вот так сейчас. Теперь вы телепортируетесь быстрее. Как будто да, и... Даже не знаю, дополнительный боевой дрон, но это за воду, да? Подпитывает водой. Ну, подпитки водой мне не надо пока. Вместо жуков лучше автопушку. Как я вместо жуков ее возьму? Так, молоточек, молоточек, молоточек. Да нет, ну не это я жал. Не хочу мешать дронам. Тут еще один паучок лежит, да? Оп. Кстати, об еще одном паучке. Сейчас мы тебя сюда закинем. Минуту. Типа старт в игре самый сложный, поэтому дроны реально очень помогают. Как будто бы. Сейчас надо жучков еще качнуть. Еще железо, значит, так много-то. Молоточку апнуть, да? Где там дешевый левелап молота? Вот это, да? Блин, вода. А, ну нормально, все, плюс урон. Ну, червя сейчас не хватило бы все равно. 4 воды дорого. Блин, мне грузоподъемность так-то вообще не нужна, да, в этой катке получается. Вот этот чел сейчас будет помирать очень медленно. Давайте дроны настреливайте по нему. Хотя, может, и не медленно, не знаю, ну... А чё я без... А почему так легко? Не, ну это жестко на самом деле. Казалось, я стяп на купол, у тебя два лазера вместо одного. Он, правда, делится. Стрелять можно в обе стороны. А такой в самом начале был еще. Скорость дроном где? Скорость дрона. Да, можно, кстати, качнуть. She gave me quite a show.
Мне кажется, мне пора вкладываться в... в бур. Плюс 8. Понятно, что грузоподъемность с дронами не нужна. Я об этом и говорю. Ну, вообще прям бесполезная. О, портал. Блин, ну... В целом, тут можно и самому чуть-чуть подтащить, да? Помочь вот здесь вот. Не то, что прям очень нужно. Ну, ладно, пускай будет. Все-таки дроны, ну, не супер быстрые. Таскатели железа. Ой, буры, скорость. А может, может на два бур качнуть? Вот это жестко будет. Блин, не-не-не, черви. Не, бур. А давай бур. Вообще жестко будет. Прям очень жестко. Супер. Супер жесть. Скорее, скорость охренеешь потом. Ну. Так, ждем еще одного молоточка. Как же это хрень их саманит. Так, я сейчас здесь на этом буре раскопаю просто. Миллион предметов. Жучков принести. Как же приятно бурить с нормальной, блин, скоростью. Так. Я еще не могу супер жуков бахнуть, нет? Ну тогда пока этого отнесем хотя бы. Поехали. До 7 таскателей апни, а то им там туго. Ну так нечем. Сколько? Ну вот сколько? Ну могу до 4 бахнуть. Воды нету. На них. Они что-то воды много жрут. Дроны, короче, полезное усиление. Я понял, почему они клевые. Они полезное усиление, потому что... потому что они... ну, этот... воду жрут. А не железо. Хоп. Давай-ка эрочку еще одну. Блин, гребаная обезьяна с молотом. Окей. Чуть-чуть не добурил, получается, до хорошей жилы. Почему жуком через портал не прыгаешь? Мне кажется, нельзя с предметами. Нет? Ну, я не знаю. Да и так ближе было, как будто бы. Необходимости вот сюда жука закидывать. Хотя, ну а куда его еще девать, правильно? Сейчас он новый появится. 18 железа! Чё? Вот, кажется, дроны начали работать, да? Так, мне вообще по-хорошему пора бы немножко усилять какие-то боевые штуки. 8 и 1.
12 боевых дронов. Вау. Ничего себе. Угу. Я же не могу с этими в портал прыгать. Ну, конечно, не могу. Я правильно понимаю, что дроны появляются только когда я в боевом режиме? Нет, они вообще, в принципе, появляются только враги вылезают. Давай, станчики, станчики, молоточки. Блин, пора в боевые усиления как-то уходить. Че это? Не можешь открыть? Сейчас. А че это? Ну, это какие? А, бочка-то любимая. Ну и че, вот в портал? Не, не могу. Да, вкусно, вкусно. Кисленько пахнет. По-моему, дроны начали жестко справляться. Бочка? Кроссовки. Ну, значит, еще одни возьмем. На размер больше, что? На два размера больше, судя по всему. Мы, короче, специально ходили, прикиньте, чат, мерили кроссовки в этом... В адидасовском магазине прям размер. И, блин, не подошел, причем так сильно не подошел. Очень странно. Так, вода не нужна на размер. Мне кажется, все-таки на два, не? Российские, ну да. Там, там в Америке прям, да, прям по половинкам, короче. И там не соответствует, ты сказал, это не 38 размер, не как там. Ну да. Так, упаковщик ресурсов, подземная станция. Блин, подземная станция плюс портал, это мне можно вообще не возвращаться, еще и с дронами. Ваш костюм, упаковщик ресурсов, способен паковать и сжимать несколько ресурсов в один пакет, чтобы облегчить транспортировку. Звучит бесполезно. Почему сам не копаешь? Потому что у меня очень жестко копают жучары. А мне и, в принципе, смотреть-то не надо. Диапазон обнаружения позволяет дистанционно покупать улучшения. Ну вот это бы еще. Да я уже предложил чату. Говорю, чат, покупайте. Давай. Кроссовки, кроссовки. Ну, пока никто не купил. Не знаю. Так, что у меня на молотке? На молотке вот перезарядку увеличить, но длительность оглушения, да, бахнуть. Упаковщик плюс портал плюс перемещение ресурсов. Поднимать рез совсем не надо. Закидываешь пачками по 10 через портал. Прикольно. А, ну, кстати, портал, да, может быть. Вода нужна внезапно. Прям. Внезапно. Мне кажется, лифт не успеет доехать. Доехал. Сражения. Красивые пиксельные сражения. Давайте, молоточки, молоточки. У меня, кстати, автопочинки, возможно, нету. Все? Вот теперь все. Мне бы еще сюда жучка принести, да? И вот сюда жучка принести. Очень вкусное жило. Вот только вот этот кусок можно самому копнуть. О, нифига себе. Семечко.
Это штука с водой. Жаль, я только что всю воду слил, да? Ой, вкусно было, ну... Здесь портал рядом, и я так подумал, почему бы не копнуть, да? Слушайте, а дроны как будто уже все собрали, да? Вниз жука, он полетит по шахте? Да, он как раз прилетит и, скорее всего, здесь вкопается. Вот так вот. Давай, лети, жучок, лети. Так, мне точно надо вот эту качнуть, автопочинку. А еще макс ХП. А еще, не знаю, больше дронов? Нет, пока, видимо, рановато. Увеличивает урон ударными волнами до 60. Нихера себе. Та штука железо сожрала какая? Которая портал? Вот он, жучок. Ой, пойду лучше на базу, потому что это лифт не приехал. Ну, 60 урона аж больших челиков ваншотает. Что-то молот плюс дроны, реально оружие не нужно, или что? Ой, больно, ой, больно. Да давай, бей уже молотами. Давай. Мне кажется, я это уже все равно не задев. Нихера себе. Подожди, а дрон-то прикрепился, нет? А чё он... Да как можно жука через портал? Да нельзя. Слушайте, а вот он не прикрепился, по-моему, нифига, нет? Ну, классно ты, конечно, придумал. Ладно, давай вот так вот. Еще двух надо будет вниз сбросить. Мы семечко точно хотим на кобальт ставить, потому что... Он так медленно растет, как будто его лучше на железо. Ну, если портал качнуть, ну так, блин, так его нужно качнуть. Сейчас-то я не могу это сделать. 19.1.2 ресурса, да? На воду. Ну, кстати, воды мне прям не хватает. Может, реально на воду поставить семечко? А, ну вот мне еще и тут вода нужна. Так, эти челы сейчас все равно закопаются, да? Блин, вообще надо ждать, когда они откопаются, чтобы их всех вот так вот ваншотнуть, да? Блин, надо было как будто сразу все-таки бить. Вот опять затупил. Все надо сразу молотки юзать. Нужно ждать КДшки. Блин, жуки как-то, ну, супер медленно качаются. Пора уже хоть немножко себе грузоподъемности бахнуть. Максимальный бур и ищем артефакт, по-моему. Ну, потому что, а что еще делать? Поехали. Бур совсем не максимальный, да я понимаю. Какой есть. Ай, блин, можно было сюда семечко принести. Ну, хер с ним.
Оп. Чё нашел? Похоже, выиграли. Чем быстрее, тем лучше. Зачем нам все прокачивать, правильно? Блин, или еще не выиграли. Ну, тут довольно крепенько будет, да? Так-то. Сейчас опять мне надо качнуть на 22 еще или на 28. Сколько там, блин, было? Тут мягкая порода. Ой, как повезло в портале. Вообще найс. Вон, портал легко подкачаю, да, видимо. Подкопну. Раньше найдешь, чем семечко вырастет. Так я поэтому его и не это. Эти мелкие ползут, твари. Давай. Или еще. Блин, ну вообще может еще откатиться, я не знаю. Да не, уже все пофиг. Что-то я не понял, в какую сторону. Вот в эту, видимо. О! Ты чё, релик? Ну, мне нафиг не нужен. Жди. Да, еще один. Её тупо подкопать уже не успею. 20. Хз, зачем станция, если есть портал? Да, тоже хз. Так вышло. Там, в принципе, других выборов-то нормальных не было. Так что какая разница? Блин, вот это я долго буду подкапывать, да? Портал бы еще прям с собой бы носить. Походу, последний вниз и будет вести, да? Это не прикольно. Да, последний вниз. И здесь крепенькое. Охота крепкая. Ну да, вон вниз еще. А, да? Блин, а куда я и дальше-то? Через вот это железо. Последнюю нашел. Не, надо вернуться. Может, что-то качнуть? Ударное оглушение, да? И давай дронов последних. Правда, они сейчас уже, наверное, не так хороши будут, да? Офигеть, этого убили. А может и норм. Давай, гигамолоты. Короче, супер легкий челлендж получился вообще. Дроны имба прям. Интересно, я ее вообще притащу? У меня же не качан этот. Она вообще тяжелая. Уи. Дроны притащим, да? Ну, дроны очень сильные. Прям, кто бы мог подумать. Езжай за мной, капсула. Давай.
Ей. Кайф. Ну, здесь как бы только на реликвию надеяться, я думаю. Хотя вдруг молотки имба. Ну, не против двух буров, кажется, да? Но молотки безумная имба. Ну, половина дронов справа тусит. Буры не станется уже, когда... Блин, убили одного. А было неплохо. Там-та-дам-там-там. Дроны-паразиты 1. Новая боевая способность устройства. Позволяет выпускать дронов, которые прикрепляются к самым сильным монстрам поблизости. Ослабляют их. Ослабленные монстры получают увеличенный урон. Да блин, я... типа... Давайте хотя бы наконец-то посмотрим нового бурильщика, который сложный. Да. Продвинутый шахтер, который использует экспериментальную кинетическую энергию и гравитационную технологию. Че, бесплодные земли, может, попробуем? Постоянный счетчик цикла, показатель здоровья, перетасовка водой, перетасовка предложений, постоянный инвентарь. А давайте перетасовку предложений, наверное. Что такое три предложения гаджетов? А, ну сейчас два выдаются на выбор, да? Одна бесплатная перетасовка звучит сильно. Так, ну ладно, неисправное оружие, очень легкий челлендж был.